Сотрудниками полиции проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Район» на территории района имени Лозо. Такое мероприятие проводилось в Хабаровском крае впервые. С целью профилактики и раскрытия преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах, в том числе связанных с хищением имущества, незаконным оборотом оружия, наркотических средств, задержания лиц, находящихся в розыске, а также для обеспечения безопасности граждан, сотрудники полиции выехали в район имени Лозо. В ходе проведения операции «Район» полицейскими задержано 9 подозреваемых в совершении преступлений, большая часть из которых – кража чужого имущества. В 4 километрах от поселка Мухен выявлен факт незаконной рубки деревьев, задержаны 2 подозреваемых. В настоящее время устанавливается причиненный ими материальный ущерб. Сотрудники полиции произвели 8 обысков, в результате которых из незаконного оборота изъято 10 единиц огнестрельного оружия и 135 боеприпасов. Совместно с другими заинтересованными ведомствами проверено более 100 лиц под учетной категории, 9 иностранных граждан, выявлено 3 граждан, находившихся в розыске. В ходе проверки автотранспорта сотрудниками ГИБДД выявлено 24 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Проверено 14 маршрутных автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров. Выявлено 6 правонарушений. Сотрудники по делам несовершеннолетних совместно с членами общественного совета и добровольной народной дружины провели рейды по неблагополучным семьям, в рамках которых по месту жительства было проверено 54 несовершеннолетних и 42 семьи, состоящие на профилактическом учете. В результате 46 родителей привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.